Снова переносят сдачу. Павлоградский мост, что соединяет Северодонецк и Лисичанск, не успевают отремонтировать даже к новой дате открытия. Если в прошлый раз строители говорили о том, что разрушения в конструкции оказались гораздо сильнее, чем они оценили изначально, то теперь пеняют на погоду. Когда же по мосту вновь смогут проехать машины? В связи с плохими погодными условиями срок сдачи моста, соединяющего Северодонецк и Лисичанск, переносится. Восстанавливают мост строители 7 дней в неделю, но работа останавливается, когда начинается дождь. Работы сейчас основные ведутся. Устройство барьерно-перильного ограждения, подготовка бетонной плиты под гидроизоляцию, монтаж деформационных швов. Ну и работы по сопряжению, которые у меня, допустим, за спиной, это конуса, где переходит наш мост в материковую часть Севердонецкой и Лисичанской сторон. Основной сложностью работ остается коррозия арматуры, которую строители обнаруживают во время работ. Также постоянные дожди на Луганщине не позволяют полностью завершить отделочные работы. Но генеральный подрядчик говорит, что все-таки сдадут мост в эксплуатацию осенью 2016 года. Погода вносит свои коррективы, если выбросить, допустим, плохие погодные условия, вот это разговаривает вокруг 7 недель. Но все равно однозначно мы планируем осень закончить работу этого года. На мосту уже готовы тротуары, и сейчас строители устанавливают барьерно-перильное ограждение, а также ведется покраска металла и бетонных конструкций. Следующим этапом восстановления моста станет укладка асфальтного покрытия и установка освещения.